сегодня мы будем распаковывать вот эту Барби. Как вы видите, она в золотом прайсе. Такая красивая, видите? Мы ее сейчас еще не распаковываем. Но мы хотим вам сказать, как вы хотите назвать вот эту малышку? Мы уже назвали, а вы? Ваше мнение в комментариях. Напишите, как ее будут звать, а мы приступаем. Сейчас мы будем вырезать вот эту основу, чтобы потрогать волосы. Давайте мы вырежем, а потом вам покажем. Да. Вот мы ее освободили от вот такой вот. Да, видишь, она прозрачная, вам не видно. Мы думали, что картон видно. Давайте мы ее освободим. Вы видите, сколько там обертов. Сейчас мы будем это убирать. Всегда. Как всегда. Легкие такие, можно и даже ножницами обрезать. Да. Так. Ой. Сам. Ой. Так. Последний. Скотч здесь такой. Ай. Не люблю скотч. Кажись. А, не, еще не все. Ну, давайте все. Для нас это все. Смотрите, видите, какая она кукла? Покажите зрителям. Оцените ее. Почему у нее хвост на боку? Потому что она беременна. Она должна беременеть. Сейчас я достану куколок. Смотрите. Вот, смотрите, какая она мягкая. Спальня. Здесь будет малышка спать. Теперь нам надо достать корону и люлю. Так, она прицеплена, как всегда. Я не люблю прицепки. Так, где есть? Ой, боюсь когда-нибудь. Да, Маша? Да. Напомню, что ее Маша, меня Маша. Мы не так. А там мы такие одинаковые запутались. О, смотрите, какая люлька. Ой, прям хочется мне ее положиться, да? Да. Ну, мы сейчас резинки снимем. А как снимать? А, вот. Я знаю. Да, я знаю. По-моему, я уже... Марфа! Ну, ладно. Так легче. Я тебя убью сейчас. А, не убьешь, я сейчас ставлю, да, ребята? Ножницы. Вот, все. Ой, люля. Ой, люля. Так, сейчас мы ее ставим в люлю. Вот, и смотрите, как это выглядит. Выпадай. Ой, ладно, так покажу зрителям. Вау. Вот такой. Она почему-то часто выпадает, но я не знаю, потому что, ну, может быть, не так закрыто. Сейчас мы проверим малыша. Ну, малыш ведь должен. Сейчас мы... Там пузико. Итак, все, нет малыша, и она закрывается. Покажи зрителям. Вот такой. Смотрите, это девочка. Вы можете назвать ее, как будет ее звать. И напиши в комментариях, кто она будет, какие волосы у нее будут. Да. Коричневые. Вот. Как бы Стейви это будет скоро. Вот. А я сейчас ее обратно засуну, потому что она должна ведь родиться. Вот. Да. Вы спросите, почему у нас много так Барби? Потому что мы ведь хотим вас. Вот ты. Вот, например, ты меня смотришь, да? Или ты девушка. Или девочка, или мальчик. Вот. Подпишись на наш канал и, конечно же, продолжай это тоже внизу. Внизу. Угу. И поставь лайк. Поставь лайк, да. Так, а как это? По-моему, я не поняла. Маю, как вот это вставить обратно? Марфа. Пишите, может быть, у вас была такая кукла? Напишите в комментариях. Если нет, то поставьте лайк. Если да, то тоже ставьте лайк. Так. Тут есть такая вертушка, видите? Угу. Маша, пока там... Сейчас мы попросим взрослого пчеловека нам помочь, а вы пока... Да. Ну, через 5 минут уже все будет готово. Все, мы ее освободили, закрыли наконец-то. Вот.
Мне очень нравится ее платье. Сейчас мы достанем корону. Да, пупсик. Угу. Папа, переверни. Там ведь клей. Так. А знаете, почему с нами нету Архипа? Потому что он не захотел с нами сниматься сейчас, потому что, ну, как бы... Ну, мы девочки, мы хотим, но ну, он сейчас не открывает, и он в соседней комнате убирает своей. Придется ломать коробку. Напиши в комментариях, как вы доставаете вот такие коробки. О, достала вот так. Мучениями. Долго, очень долго. Сейчас мне понадобятся мои ножницы. Я не понимаю, как вы делаете на видео. Я вот. Знаете что, ребят, если вы смотрите Влада 4, напишите, почему он не снимает ролики про скрепышах. Ведь это так классно. Все снимают про это. Да. И вот наша корона. Давайте ее примерим на Барби. Это не ее. А, это малыша. Ну, давайте пока ее положим в люльку. В люльку, вот. И я вам говорю, не покупайте подделки Барби, а то много блёсток за собой останется и так далее. Блёстки. Давайте мы сейчас посмотрим, как она будет выглядеть без своего... Вот, мы сейчас... О, наконец-то у нас получилось. О, нет. Сейчас, надо с другой стороны попробовать. Давай. Малыш там застрял. Надо это перевернутом виде делать. Вот. Малыш, сейчас мы животик уберем. И мамаша прикрепит... Корону к малышу. Давайте посмотрим. Вот это точно девочка, потому что роскородные розовые. Вот она миленькая. Надо ей еще костюмчик какой-то, полотенце сделать. Да. Да, но мы пока так будем. Вот, мама, смотрите, как мама выглядит с малышом. В следующем ролике. Вот вы напишите, что с ним. Вот эту часть. Вторую часть с как мы играем с ее дочерью или снять про лошади. Сейчас я вам покажу, ну, снять или про лошадь вот такую с малышком с Барби. Такой Барби. Напишите. Что нам снять? Вот это или вот это? Что вам больше понравилось? А мы говорим, ну, пока что хотим поговорить с вами. Что вам нравится? Лошадь? Или Барби? Или другие такие? Что вы любите? Собаку или кошку? Хомяка или пса? Напишите в комментариях, а мы... Я люблю, например, собаку, а Маша любит куклы. Она любит куклы, не животных, а куклы. А я люблю собаку, потому что вы знаете такую породу? Мальтийский баллон. Карликовый шпиц и мальтийскую баллонку. Если вы знаете, напишите в комментариях, подпишитесь на канал и поставьте лайк, если вы знаете эти породы. Вот. Или бумеранский шпиц. Угу. Вот. Или карликовый шпиц. Вот напишите в комментариях там внизу. Все под этим роликом. Вот. Все под этим роликом. Лайк вот такой. И кнопка подписаться. Делайте, нажимайте на все. Чтобы у вас лайк стал синий. И кнопка подписаться стала серый. И там на кнопке должно быть «Вы подписались».
подписаны. А если у вас кнопка горит красным, и вы говорите подписаться, то вы нажимаете на нее, и там будет написано «Вы подписаны». Давайте. Всем пока-пока.